Срок аренды был достаточный, хороший, большой. Мы достойны его, на мой взгляд, мы достойно его отработали. Все, что имеет начало, как сказано в фильме «Матрица», то имеет и конец. Срок завершился, жизнь непроста, работать здесь очень даже непросто. Мы посовещались и решили, что не очень-то разумно нам здесь оставаться. Работы много, очень даже много, условия значительно усложнились. Вот, и надо дать дорогу молодым. Когда-то все должно заканчиваться. Я по себе знаю, что вообще на одной работе дольше 7-8 лет задерживаться вредно, а тут аж целых 16. Вот, поэтому мы даем дорогу другим. Есть желающие, пусть работают. Никаких трагедий я не вижу абсолютно. Все нормально, все должно меняться. И неправильно думать, что вот Неясов решил, тот его обидели. Да никто меня не обижал. Жизнь, на самом деле, она полна и несправедливости, и радости, и всего. И как-то в отдельный момент, допустим, совпадающий с прекращением условий договора аренды, это оттенять, это неправильно. Вот, поэтому срок закончился. Условия предлагаемые, ну, они, я не хочу сказать, что они какие-то кабальные, но они достаточно жесткие. И зачем нам работать на этих условиях, когда у нас в нашей, ну, будем говорить, в нашем коллективе имеются достаточно другие интересные производственные программы. Мы решили в них остаться, а эту программу освободить для тех, кто пожелает. Хотел бы добавить следующее, поблагодарить всех жителей нашего города, которые 16 лет поддерживали нашу трудную работу своим трудовым рублем. Это очень важно. Мы все это делали, конечно, и для себя, и для жителей. Как получилось, не нам судить. Ну, кино крутилось. Кино крутилось, люди были. Все будет хорошо. Не надо, будем говорить, никаких заклинаний, не надо камланий. Все будет хорошо. Придет новый арендатор, освоится, купит оборудование, наладит его, сориентируется в условиях продажи кинопродукта и будет также показываться кино, начиная от Чапаева и заканчивая «Аватаром». Компромисс ведь это спутник конфликта. А у меня нет ни с кем с конфликта. Я в администрации последний раз-то лет... Ну, не знаю, 8, может, последний раз был тому назад, а может, еще и дальше. У меня нет конфликта с администрацией. Администрация, поймите, это собственник. Собственник, это мое такое убеждение, он всегда прав. Он как прав в правильных решениях, которые приносят ему прибыль, так же прав в неправильных решениях, которые принесут ему убыток. Поэтому и администрация должна прежде всего заботиться о том, кто здесь будет работать. Я не могу сказать, что администрация меня отсюда прямо выгоняла. Да нет, ну, нормальное явление. Администрация спокойно отнеслась к тому, что срок аренды у нас истек. Ну, и мы спокойно тоже к этому отнеслись. Какие-то особые условия, ну, не знаю, может ли это быть... И, ну, нет незаменимых людей. Те, кто будут, придут нам на смену, они будут нисколько не хуже нас, поверьте. Все дело не в нас, а все дело в том, что чтобы этот кинотеатр был успешный, надо, чтобы в течение суток в двух залах было не менее 500 человек. И тогда будет все прекрасно, кресла будут ремонтироваться, оборудование будет обновляться, стены будут штукатуриться, уборщицы будут все вовремя мести, и город будет получать аренду, и жители удовольствие. А когда люди ходят в течение суток 100-150 человек, то, безусловно, это, извиняюсь за выражение, сельхозартель, мартышкин труд. Вот, поэтому не в нас дело и не в том, кто будет после нас. Все дело в том, чтобы люди ходили смотреть кино. Он бизнес трудный, но не такой сложный. Не такой сложный. Просто действительно приходилось зачастую какие-то, ну, если не героические, то ну, достаточно, будем говорить, серьезные усилия предпринимать, чтобы сохраниться, чтобы не закрыться, чтобы не исчезнуть. Но это уже дело даже, больше сказать, какого-то самолюбия.
То есть, раз мы взяли договор этот в аренду, раз мы внесли какие-то средства в это здание, то мы, конечно, даже себе сказали, что мы отработаем. И мы все отработали. Заработали мы чего-то или нет, но я не хочу касаться этого вопроса. Наверное, если я стою жив-здоров, то с голоду не помер, но чего-то заработал. Я не хочу сказать, еще раз подчеркиваю, что я с каким-то тяжелым сердцем покидаю этот пост. Да нет, ничего подобного. Сердце легкое у меня. Никакого зла я не сделал, ничего плохого не совершил. Ну, надо уступить место. Надо. Пусть другие всегда нужно обновлять. Обновлять надо кровь внутри коллектива. И обновлять надо и сами коллективы. Вот так вот. Потому что прежде всего жители города, если хотят, чтобы кинотеатр был, они должны поддержать, как говорят, проголосовать правильно своими ногами.